спорткар, да, сзади мотор. Две двери, V-образный двигатель. Посмотри, догнали. Шкоду сейчас будем вставлять. Вот это он охренеет сейчас. С Киева. Макс, блин, что ты творишь? Как в Таврии висит такой. Говорит, да? Плоская, как даже в районе двигателя. Ну да, поддон, коробка почти заподлицо с днищем. Чуть-чуть выступает. Так, друзья. Опять все сначала. Опять мы плечо к плечу. Плечу сидим. Ну не так плотно, как в этом. Но в этом тоже, ты знаешь, все равно плотно. Чуть свободнее, чем. Блин, руль этот. Что такое руль, блин, я не могу понять, тонкий как-то он. Чтобы руки порезать. Чтобы руки порезать. Так, попросили ребят приглянуть. Ух ты, елки. Слышь, как на Порше. Ух, он и валит, слышишь? Охренеть просто. Киев 154. Борисполь 111, почти дома уже. Сейчас заскочим на этот праздник оффроуда, не можем проехать мимо, но тут совсем рядом. Удайцы, Монстр Трофи. Ну что, зарядка есть? Какая скорость? Блин, 80-90 вообще. 90, да? 80 не было зарядки, вот это сцепление выжило. Так, где-то правый поворот, подожди. Это нет. Может. Не-не-не, это какой-то сильно местечковый, ты сильно не лети, чтобы мы не проскочили. Даже тормоза адские. А тормоза хорошие, да? На редкость. Да. Слышишь, как ощущения у тебя от этой машины? Сильно комфортно, спать хочется. Блин, ну так классно идет вообще. Просто сказка. Так, поворот, поворот, поворот где-то. Сейчас, а вон, вон пошла машина, я думаю, там поворот. Вон, видишь? Да. Сейчас я забью навигатор. Свернули уже в сторону Прилуг. Удайцов, точнее. Тут дорога, конечно, не очень, но машина... Идет обалденно, да, амортизаторы работают хорошо, все, все работает. Смотрите, рулевое, даже спица ровно, руля стоит, подруливания вообще нету. Все в идеале. Соточку просто идет, шепчет вообще. 150 пойдет, да, ты говоришь? Да, да. Так, куда она? Налево. Налево? Да. По прямой? Да, да. Есть там кто-то? Никого. А впереди? Никого. Макс летит просто как на ракете летим. Очень страшно. Вообще нет подруливания, я в шоке. Но зарядка вон светится красным. Осторожно. Это спорткар, да? Сзади мотор. Две двери, V-образный двигатель. Посмотри, догнали. Шкоду сейчас будем вставлять. Вот это он охренеет сейчас. С Киева. Макс, блин, что ты творишь? Вот это мы валим. Она валит, ёханый бабай, рассказывай, что она валит. Вот тут такие, ну тут стыки, понял, стыки. Да, рассказывай, что она валит. Это не сказки, вы видели все сами. Максималку попробовать бы, да? А слышишь, сейчас будем домой ехать. Отпустишь меня вперед, а потом разгонишь максималку и пролетишь мимо. Интересно будет. Можно попробовать будет. И по рации скажешь скорость. Дорога мрак, как после бомбежки, конечно.
ничего, уже недалеко. Так, дорогу, точку бросили, дорогу узнали мы. Блин, как сложно тут снимать в этой машине, очень, очень экстремально. Ого, слышишь, посмотри, сколько погода была за Monster Trophy. Ты посмотри, поналивала там. А пацаны и так наливали воду, там такое жесть сейчас будет. Сейчас будет экшен, короче. Макс все время держит в максимальных оборотах машину, потому что зарядка она только на больших оборотах. Да, вот так мы и шли, потом оно как-то влево тут. Блин, а тут влево. Не, нам вообще сюда надо. Сейчас. Подожди. А, ну нас разворачивают прямо. Вообще сюда надо. Блин, не хотелось бы тут застрять, конечно. Подожди, давай. Чего бы застрять? По полю можно, не? Да не, по полю можно. Провалиться? Не присесть, да. Так и тут можем присесть. Может дальше попробуем? Давай. Может есть дорога дальше? Блин, Макс. Охренеть, это только Макс может такое исполнять. Это надо было с улицы видеть. Мы тупо боком валим. Валим боком, смотрите. Это жестяк, говорит. Да ну, как мы тут застрянем? Ох, жесткие, блин, это вообще жесть. Да, да, это дорога. Это красивая дорога, блин. Ну что-то с таким количеством грязи и воды. Хотелось бы до лагеря доехать вообще. Прикинь, сейчас бы коптер у нас был. Ёханый бабай. Коптер был бы правее, правее, правее. Блин, правее, Макс, правее. Сюда, сюда? Да. На траву? Нет, ну вообще, чтобы не упасть в колею. А, да. Ёлки-палки. Правее, правее. Ну правее, мы просто падали правым колесом, но не упали. Так, блин, это сколько ты комаров убил через это, слышишь? Облобовое. Видите, как он валил? Даже в темноте. Ну, сотка вообще ни о чем на этой машине, просто разогнаться. Да, правильно идем. Сейчас я проверю. Карту откроем. Прямо на лагерь идем четко. Дорога накатанная, да. В баке еще где-то литров 8 было, 8-10 десятилетнего бензина, и оно даже на нем едет нормально. Так, тут оффроуд. Ты прикинь, дожди, какая там сейчас трасса, блин, просто жестяк. В прошлом году ребята наливали воду, и в этом году наливали со скважины, прикинь, пробурились. Или с реки, не, со скважины вроде говорили. Река далеко. И наливали, потому что последние годы просто какая-то аномальная засуха. Ну, зима была, весна тоже сейчас нормально поливала. Выскочила на тебя или стояла? Не, она выскочила на дорогу передо мной. Косуля выскочила. Представляете, трасса Харьковская. Мы туда ехали, видели, кто-то сбил такую же примерно, это выскочило. Ты что, я на тормоза сразу и рулем же крутануть, чтобы уйти от нее. Но она не глупая, убежала назад. Так, друзья, до лагеря буквально с километр, все. И Monster Trophy перед нами. О, да, уже видишь этот, узнаешь ты этот бугорочек? Сейчас спуск там, где Ваня нырнул, да. Сейчас будет. А мы с тобой ездили туда, да? А мы туда ездили, да. Красиво на газике, конечно, там, где открывается. Газик четкая ретро 69, конечно, стопроцентная, да? Блин, Макс, ну тут если застрянем, уже спасут нас. Мы сюда можем пойти. Ну давай объезда, объезд давай. По чьим-то следам. Чтобы не перевернуться. Блин, Макс, Макс, Макс. Да, вот это место, все. Вот там у нас палаточка наверху стояла. Блин, а Ваня с этой горы. Есть там видео? Смотри. Что? Направо камеру. Что там такое?
Ёлки-палки, охренеть вообще. Такое специально не придумаешь. Тоже на офроуд прилетел. Ну да, что ж ты думал? Подедем, блядь. Не, не надо, я зумом. Сейчас, постой, чтобы он клюв поднял. Я только нажму один раз на приближении. Все, поехали. Прям замер как надо. Блин, как он с этой горы летел, ты представляешь? Ваня, да вот с этой Ваня ж нырнул, вон следы, видишь? На горе. Вот с этой горы влетел вниз. А, что это самое? Да, перевернулся, да. На УАЗа патрули. Вот с этой он летел. Вот где-то в этом месте. Да. Не-не, вот такая гора. Вот именно с этой. Именно с этой. Это жесть вообще. Так, друзья, мы на месте. Тут все. Все красиво. Флаги видим. Внедорожнички. Давай куда-то к палатке организатора. Направо. А вон она стоит. Подъезжай, они сейчас удивятся. Подъезжаю, так прямо едь на стол, прямо. Не ожидали такого поворота. Привет! Блин, а чья это 70-ка такая модная? Красивая. Смотрите, какой аппарат. Колхозы, Макс. Макс, колхозы мосты. А потому он так медленно и ездит. Это мотик? Это нормально работает. Смотрите, друзья, мы тут не одни такие сумасшедшие. Это известный копеечник. Пол копеечник. Он же любитель запорожцев тоже. Подходим, регистрируемся в штаб. Традиционно старт. Да я тебе говорю, у меня у собаки тоньше. В ТР-0 уже две машины, сейчас мы тут на желтом думаем выехать, поучаствовать, но уже шансы тают на третье место. Еще кто-то приедет, можем не успеть. Блин, три экипажа всего будет? Макс, мне кажется, ты должен обогнать этого Макса. Да это вообще, слышишь? Так, друзья, это класс ТР-0. Тут серьезные ребята, в каких красивых шлемах, блин. Привет! Сколько лет? Ну что, ты заряжен? Блин, не успеваю, оно лежит, я сделаю. Сделаю. Сделаем все. Так. Ёлки-палки. Много разного вкусного. Опа. Санька, привет. Друзья, ориентируйтесь. У нас две. Так, тут серьезный пилот. Серьезный тюнинг. Не, ну, Макс. Аккумулятор надо привязать. Макс, так он улетит. Так, вот так, Макс. Не, так он улетит. Да подожди, не. Надо что-то подложить, да, туда. Ты подвесь на черный момент. Ого, на джиперской. Это заправка в дороге. Ты что, куда? Черниговские номера, фарков. Все тут, блин. Участник наших соревнований. Блин, не шатай, ты что выливаешь? Что это, бензин? Тихо, тихо, дети, смотрят. Нулевик. Блин, нулевик не вообще, износа почти нет. Да это херня, гля, вот сгорит, ё-моё. Ну нельзя так ездить. Ну вообще да, особенно когда мотор рядом. Специальные технологии в тайных городах. Так, кто тут еще участник? Витара, две Нивы. Эту Ниву мы вчера по дороге в Днепр встретили. Вот эту Ниву навстречу тянули. А вот. Говорю, по дороге в Днепр ехали вчера, она навстречу ехала. Так. Ух ты, елки, какой тут заборник, Макс. Ну что ты делаешь? Вытер бутылку. Так, Нива с деревянным бампером. Не хотели ее брать. Класс. Глянь, красивый. Так, вот еще машина серьезная. Это пилоты и штурманы готовы на победу. Макс, ну на какое ты планируешь место какое занять?
Кому-то, чтобы бежал с минералкой, кто-то мыл надо рядом. Удачно сюда доехал. А, так будет нормально все? Ну, да. Ну и, конечно, так. А, слышь, нет запасных дворников, нам надо на желтый бросить. На всякий случай, воду не тушить. Да где он ему это... Себя тушим, если ты загоришься. Ну, клади, ладно, клади. Слышишь, а что это, спальное место у тебя сразу, да? У меня спальное место. Так это и палатка твоя, Макс? Макс! Это и палатка твоя сразу? Да. То есть да. Я в квартире участвую? Блин, классно. Продай багажник. Ты всегда только спрашиваешь. У тебя денег нема. Деньги покажи, как не будет торговать. Жесткий, блин. Привет. Бесплатно багажник отдавай. Макс, возьми меня, я там прилягу с краю. Макс, я не выспался, кстати. А номер? Номер наклей же. Номер наклей. Блин, если не тронется, так хоть порыбить, чтобы не стыдно было. Четыре Нивушки. Затем божественный кар. Божественный кар, Сонни. Божественный кар. Знаешь, что ты наш номер забрал? Я забрал номер свободный, який был. Правильно. Это самое, так что... Сороковой. Давай я за тебя... Слышишь, там пару кругов потом уже, когда устанешь, меня провези, я буду голосовать. Макс. Первые, пока войдешь в гонку. Едешь в гелик, он сразу будет тебя пропускать, наверное. У Макара есть название, он восьмой. Какой? Восьмой. Восьмой? Да. Слышишь, что с полкопейкой, скажи людям, потому что ждут же люди. Полкопейки ждет следующих выездов. Когда? Готово уже? Возможно, в сентябре. Когда старт? Да хоть сегодня. Да? Ну, без задних тормозов куда стартовать? Да, да, в занос надо же заходить. Вы. Друзья, вот тут решение нормальное, такое интересное. По багажнику. Просто он прикручен к водостоку. Макс. Для всех зрителей, друзья, как вы видите, 7 экипажей у нас будет еще. Значит, катаемся час. Дорогие. Импортные. Одна наша, все импортные. Багато людей, які вже трошки відпочили, а хтось і не трошки вже встиг, так? Тому не ганяйте, будь ласка. От ганяти от ми маємо трасу, а от там десь річки там можна якось. Добре? Дякую. В заезде нашего к соревнованию класса РНО. Да не, ну так нечестно, вы с двумя моторами, пацаны. Блин, тяжелый, да. А что это, 606? Да. Блин, ну это жесть вообще. Готовность ко всем участникам. Это жесть просто. Гелик с двумя моторами. Неожиданный поворот, конечно.